Привет, ребята! Привет. С вами канал Саша, Лена. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь. Новые персонажи. Здорово. Привет. Подписывайтесь на канал. Ты чё? Ты чё, по глазам? Ой. Что это случилось? Лена! Блин! Где они? Куда они делись? Блин! Да, какой? Куда они? Давайте я на распределку схожу, или не надо? Блин, за самокатом пришли. Если что, кричи или звони. Да. Давай, Саш, погнали. Погнали. Второй лучше будет, мне кажется, не? Ну да. Тёма, иди сюда. Так, где они? Саня, ну чё? Где? Какие-то звуки только что были, нет? Это... Блин. Или нет? Это вон Соня говорит. А, да? Тихо. Эту девочку может быть. Тихо. Слышь, ты отдавай Лену быстро. Егор? Егор, я не совсем Егор. Я дух, который снился Егор. Если вы хотите, чтобы я вернул вам Лену, наберите 40 хотя бы подписчиков. И все. Куда они делись? О, блин, куда они? Блин, они только что были тут. Ну, куда они делись, пацаны? Кто видел, подпишите в комментариях. Куда они делись вообще? Галя, где они? Он взгляд уже отпустит ее поспать. Ну, куда? Погодь, мне звонят. Так, 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 так. Вот там вроде бы никого нету. Мне только что... Блин, жалко, не Егор звонил. Мне звонили другие люди. Но как нам найти сейчас Лену? Они пропали куда-то, вообще не понятно. Он не мог куда-то. Мне сказал, отправит ее поспать, но куда поспать? Ну не в лесу точно. Мы же не во двор убежали, нет? Реально, мы убежали. Ой, мы не убежали, а ушли. Телепортировались, мне кажется. Да. Ну погнали. Он же дух, он... Конечно, я не понимаю, что это такое случилось с Егориком. Чекайте, там мышка какая-то черная. Че? Там какая-то мышь черная была. Какая? Да, реально какие-то звуки, мышь. Это что, он Лену в мышь превратил? Нет, такого не может быть, он не волшебник. Ну, просто дух Егора. Только как он вообще Егор стал этим духом? Да блин, Веном появился, в него вселился. Их надо где-то искать. Только мне кажется, надо сначала проискать во дворе, а потом пойти в лес уже сначала. Ну да. Надо у него как-нибудь отобрать Лену. Да, ну точно, с ним что-то случилось. Подписчики, напишите в комментариях, как там найти Лену. Может быть, он ее разобрал на небо? Там не Лена. Нет, погнали, погнали, погнали. Да. Вон они, бежим туда. Отпусти Лену! Надо набрать 40 или 50 подписчиков к моему приходу, к моему дню рождения, точнее, к Егору. И я, кстати, могу контролировать Лену. Проснись. Добрый вечер. Фас! Киборг! Что это случилось? Что за фигня со мной была? Ну что за фига? Вы все здесь паук делаете? Я нифига. Скажи, что все это значит? Ты, короче, стал каким-то маньяком, Лену забрал. Вдруг в глазах потемнело. И вдруг я увидел демона. И я будто... Моя душа погрузилась в сон, а тело двигалось. Демон будто управлял мной.
наверное, всем духам нужна моя сила. Башка, черт, чего? Я даже попросил на день рождения сделать мне подарок. Это дорогого стоит, так что... Пацан, я походу взорвал этого демона просто. Да, ну ладно, сегодня произошла какая-то не очень хорошая история. Ну что ж, ребята, с вами был канал Саша Леша. Всем пока! Кстати, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, подпишитесь.